Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Долгожданный успех в профессиональной деятельности пророчит гороскоп знака Телец на октябрь 2020 года. Победа на рабочем месте – это результат упорного труда. Продолжайте трудиться и не бойтесь доверять интуиции. В этом месяце она ваш путеводитель и в работе, и в личной жизни. Благоприятными днями будут 5, 10, 18 и 28 октября. Неблагоприятными 7, 16 и 24. Советы астрологов. Давно начатые проекты наконец дадут желаемые результаты. Но расслабляться не стоит. Заслуженные лавры должны подтолкнуть вас к еще более упорному труду. Не бойтесь действовать так, как подсказывает шестое чувство. В октябре 2020-го оно вас не подведет. Астрологи предупреждают тельцов о возможных проблемах с психоэмоциональным состоянием. Накопившиеся стрессы дадут о себе знать. Постарайтесь успокоиться и немного отдохнуть. Скорее всего, вы сможете быстро справиться с этими трудностями и быстро вернетесь к прежнему ритму жизни. На личном фронте возможны небольшие, но радостные перемены. Главное не торопиться, чтобы не испортить всю прелесть задуманного. Действуйте мягко и деликатно. Тогда партнер не сможет обвинить вас в излишней требовательности. Работа и карьера. Излишняя эмоциональность и чувственность могут уводить вас далеко от серой реальности и трудовой деятельности. Поэтому не исключено, что сосредоточиться на рабочем процессе будет очень трудно. Постарайтесь не суетиться, действуйте спокойно, уверенно и без спешки, чтобы не попасть в запутанную ситуацию. Излишняя эмоциональность и несдержанность могут сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь держать себя в руках, ведь жесткая критика окружающих с вашей стороны может послужить поводом для серьезного конфликта, последствия которого могут оказаться не самыми приятными. Профессиональный гороскоп знака Телец на октябрь 2020 года предрекает возможные трудности в трудовой деятельности. Эти трудности связаны со снижением деловой активности и отсутствием помощи и поддержки родных и близких. Однако сдаваться нельзя, ведь этот месяц подготовил для вас немало приятных сюрпризов и выгодных предложений, направленных на профессиональное развитие и карьерный рост. Старайтесь постоянно держать руку на пульсе, чтобы суметь умело воспользоваться подарками судьбы. Но будьте внимательны и осмотрительны. Старайтесь всячески избегать рискованных ситуаций, поскольку в этом месяце риск оправдан не будет. Наберитесь терпения и настройтесь на рабочий лад. В октябре тельцов ждет очень много работы, как новой, так и той, что набралась за предыдущие месяцы. Сейчас самое время перестроить режим дня, так, чтобы успевать справляться и с новыми задачами, и с завершением или исправлением старых дел. Не исключено, что давние проекты наконец принесут желанный успех. Финансы. Возможные трудности на рабочем месте могут негативно сказаться на материальном положении. Поэтому денежный гороскоп знака Телец на октябрь 2020 года предрекает возможные финансовые проблемы и временное снижение дохода. Однако уже к концу месяца ситуация с деньгами должна стабилизироваться за счет улучшения ситуации в профессиональной сфере деятельности. Постарайтесь составить список основных трат, исключив из него дорогостоящие и несрочные покупки. Откажитесь от идеи взять кредит в банке. Лишние проценты вам сейчас не нужны. Лучше придерживайтесь принципов разумной экономии. Найдите подработку или хобби, которые смогут принести какие-то дополнительные деньги в семейный бюджет. Семья, любовь и отношения. В октябре 2020 года подопечные знака зодиака Телец будут сосредоточены не на личной жизни и чувствах, а на делах, связанных с профессиональной деятельностью и карьерным ростом. Стремление обеспечить себе и близким безбедное будущее – это, конечно, похвально. Но не стоит забывать и о важности надежного тыла, которого вам как раз и не будет хватать. Некоторые тельцы верят в любовные отношения судьбе, не предпринимая никаких действий по их гармонизации. Очень зря, ведь сейчас идеальное время для улучшения и укрепления отношений между партнерами.
Главное, не требуйте от избранника слишком многого, чтобы не отбить у него желание вообще что-либо делать. Постарайтесь решать имеющиеся спорные моменты мирно, просто поговорив с избранником по душам. Одиноким тельцам. Любовный гороскоп на октябрь 2020 года предрекает, что они решатся на поиски спутников жизни. Главное, на что они будут обращать внимание при выборе вторых половинок, это способность человека обеспечить партнера эмоциональной поддержкой и заботой. Здоровье. Физическое здоровье подопечных этого зодиакального знака в этом месяце будет крепким. Оно пройдет без каких-либо серьезных заболеваний. Однако гороскоп знака Телец на октябрь 2020 года предрекает возможные проблемы с психоэмоциональным здоровьем. Сильные переживания и стрессы могут выбить вас из колеи. Постарайтесь почаще находить время для отдыха. Займитесь йогой или дыхательной гимнастикой. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!